Экшен у меня все же разрядилось, а не до конца я тут обозрела. Ну, в принципе, я большей части болтала, стоя на одном месте, чем обозревала. Но я ее заряжу сегодня, может быть. Ну, в смысле, сегодня вечером заряжу и 8-го, скорее всего, еще раз поснимаю. Ну, или поснимаю на камеру Соньку сегодня днем. На Соньку, которая фотоаппарат. У меня такое ощущение, что у меня тут все слегка приближено. Да, было слегка приближено. Вон там, вон футбольное поле, тут всякие площадки спортивные. Всякие интересные цветы. Чуть попозже подойду, наверное, действительно с Сонькой и поснимаю их. Потому что сейчас вообще жарко. Во-вторых, Сонька у меня в номере. Ну, в принципе, тут и в другое время тоже жарко. В смысле, не сейчас жарко. У меня обычно, как обычно, всякая трава в эти самые залезла. Тут все сено уже убрали. Вообще, люди, вы что думаете, тут маленькие такие ролики делаю? Я как бы говорю, тут клево, трехразовое питание, рядом этот пляж. Если у вас есть и нет негативного влияния, ну, в смысле, если вы нормально, не как я, относитесь к этой гальке, или у вас есть эти тапочки, про которые мне в комментах писали, то вообще кайфуха. Ну и тут в пределах досягаемости 3 магазина. Продуктовых и не очень продуктовых. Ну, в смысле, шампунь-то можете купить, если вдруг не взяли с собой. Потом какая-то чебуречная. И 2 столика с экскурсиями. Ну, и в самом здании есть человек, который может вам организовать экскурсию какую-нибудь. На какие-нибудь там грязи. За 1700 рупий.